дорогие казахстанцы, мы 70 лет находились под гнетом СССР, 30 лет находимся под диктатурой Назарбаева, сейчас Токаева. Нам надо бороться за свои права, за свою свободу, свобода слова, свобода СМИ, свобода выборов, за все свободы. Только тогда мы продвинемся вперед. Нас, свободных людей Казахстана, лишили наших конституционных прав, а именно права на мирный митинг. Нас этих прав лишили. Поэтому мы, активные граждане Казахстана, создаем оппозиционную политическую партию «Алга Казахстан». Наша цель – зарегистрировать эту партию, набрать парламентское большинство, чтобы на законных уже основаниях выдвигать наши требования, которые кардинально улучшат благосостояние нашего народа. Также мы будем добиваться конфискации имущества, а также ареста всего клана Назарбаева и всех тех, кто причастен к воровству, разворовыванию нашего государства за последние 30 лет. Құрметті қазақстандықтар, достар, Назарбаевтың 30 жыл құрған жемқор жүйесіне күресем десеңіздер, жемқорлыққа жол жоқ десеңіздер, халықтың әл-ауқатын көтерем десеңіздер, егер өзгеріс керек десеңіздер, Алға Қазақстан оппозициялық партиясына қосылыңыздар. Белсенділер бастаған партияны қолдап, Алға Қазақстан оппозициялық партиясын тіркеу үшін өз үлестеріңізді қосыңыздар.